Так, здорово, сейчас буду заряжать вас позитивом. Сегодня у нас КПЗ-07, убийца, красный цвет. Все у нас сегодня будет в красных цветах от противников, потому что я не оставлю им ни единого шанса, я просто их всех разорву в нулище. Так, все, короче, у нас готов КПЗ. Вентилятор, стабилизатор Dossel, 3,8 КД, 0,3 точность, 1,3 время сидения. Боже, как это быстро. 300 ДПМ, пробитие 205 обычными снарядами, ББХами 270, а нет, 255. Пробитие кумулями и неплохое пробитие фугасами. Что ты вообще, что ты сказал сейчас? Вот, неплохое пробитие фугасами, 90 и альфа 320. Короче, танк пушечный. Давай, вертуха от КВ-2. Я верю, что они поедут. Чего? Где они? Ой-ой-ой-ой-ой. Понятно, игра заставляет потеть. Какой же ты бронированный. Какой же ты бронированный, это жесть. Вообще начнется в канале. Ой. Смех. Это сейчас был выигрышный мув. Я не понимаю, как я не попадаю. А, точно я вспомнил. Сейчас же за мои слова должна откруточная максимальная пойти, да? Ждем утца. Да, вы, конечно, на лище сливной. Зашла. Я говорю, игра живая. То, что я не затащу, это факт, но 90% отметки все равно должен сделать в этом бою.
Капец. Спасибо, змеище. Огромное. И действительно, пофиг. Предлагаю 5 боев. Начинаю со следующего. Охренеть. Берешь мастера с одного боя, 5к твои, со второго. 4 и далее по убыванию. Охренеть. С шестого и позже, 0. Блин, змей, как же я тебя люблю, вот реально. За твои челленджи шикарные. Гоу. Но я надеюсь, ты на трову с удовольствием пойдешь, да, под музыку продолжать, потому что сейчас мы переходим именно туда. Спасибо огромное. Это можно вытащить, если они базу брать не будут. Все, уже не успею никак. Нафиг. Кто-то писал, что не вытащит.
Жаль, что челлендж начинаем со следующего. Я думаю, сейчас минимум 5 боев как раз таки. Минимум 5 боев мне мастера никакого давать не будут. Нормально растащил. Пойдет. Жестко. Так, ладно. Надо, знаете что, вот так по щечку пальцев. Падение настроения. Погнали. Едем в центр. Сейчас поднимусь на настроение. Да. Слушайте, можешь сделать фигню? Ты в чатике весь скилл растерял. Спасибо. Может быть. Только я боюсь других челиков, которые сейчас приедут к нам. Уф, это кто залетел? Денис Лазарев, ой-ой-ой-ой-ой, ну все, тут уже, да. Денис, еще... Нападем настроение. Так точно, спасибо огромное. Пипец, началось. Ну что, опять? Ну как он не пробивается? Что с этими першингами не так-то? М? Что с ними? И что, ты будешь за мной ехать? Спасибо, Денис, огромное. Сегодня музыка, скорее всего, будет, поэтому да. Поэтому присаживайся поудобней. Не, я с першингом еще не закончил. Вон он. Что ты делаешь? Файна, 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 файн, файна. Все. Игрался, пацан. Не понимаю, что сегодня с першингами этими происходит? Почему они не пробиваются вообще? Как же я люблю этот звук. Дзынь. Дзынь. We didn't penetrate llama. Файна, 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 файна
Вот Дейсу. Ису где? На. Пипец. Шесть девятьсот урона. Охренеть просто. Два ка будет опыта. Нет, 1888. Но это рекорд. Жесткий бой. 88-1-1.